Привет, привет. На самом деле, ты ведь не сказала нет. Что ты имеешь в виду? Ну, на самом деле, ты все это время хотел сказать нет, но не сказал, я все расшифровал. И, значит, вот мое предложение. У тебя есть всего 2 минуты, так? Да, хорошо. Не хотел бы ты пойти на 2-минутное свидание со мной? После последнего 2-минутного свидания, которое у меня было, у меня появилась Люси. Но я согласна. И поехали. Такси! Это у меня серьезно только 2 минуты, я знаю. Это же всего лишь 120 секунд. 380 на 22 улице, пожалуйста. И мы торопимся. 380 на 22, это же... Так, прямо сюда. Садись. Спасибо, сэр. Знаешь, я всегда хотел сюда зайти. Домашний салат. Итак, твой колледж? Стэнфорд. А я из Везлин. Здорово, а ты знаешь Адама Лазара? Нет, Скотт Крэббл? Нет. Баклажанный пармезан. Спасибо, уже нарезали, как замечательно. Можете выписать нам счет, потому что нам нужно посмотреть кино буквально через 15 секунд. Пожалуйста, спасибо. Так, как будем расплачиваться? Ты ела баклажанный пармезан, а я выпил только воду. Я шучу, я за все заплачу. Пойдем. Такси! Нервничаешь? Ну, немного. Ничего страшного, не переживай. Здрасте! «384-й на 22-й улице, пожалуйста». 15 секунд, и фильм начнется. Нет, там будет реклама, так что успей. Отлично, ну как раз вовремя. Еще не началось. А что будем смотреть? «Манос. Руки судьбы». Весь фильм? Нет, только важные части. Самый худший фильм вообще, который я когда-либо видел. Да, я его так и не досматривал. Раз 5, по-моему. Как у нас со временем? Такси? Ну, есть еще немного. Хочешь прогуляться? Да, почему бы и нет. Здрасте! До свидания! Ну, так и в каком классе твоя дочка? 3-м. О, классное время. Да уж, она замечательная. Я просто хочу, чтобы она бросила курить, понимаешь? Что? Я шучу. Кофе-десерт? Ты знаешь, этот район постоянно меняется. Здесь совсем недавно был еще итальянский ресторанчик. Я знаю, но это Нью-Йорк. Живой организм, в котором все меняется. Посмотри на время. О, все, пора. Пойдем. Ватрушка была обалденная. Цветы? Нет, у меня аллергия. Ну вот, здорово, видишь, мы узнаем друг друга. Стелла, я провел отличное время. Это твой пакет с едой. Стелла, я отлично провел сегодня с тобой время. Я тоже. Все, свидание. Ну?